Я как бы владелица айфона, не андроида. Я была очень рада новой модели iPhone XR. И тут я такая, я только его купила, да дорого. Уже 13-й вышел. В смысле 13-й вышел? Пизда, блядь, у моей бабушки круче телевизор, чем, блядь, у меня телефон. Что делать? Как мне сказать маме, что я хочу новый телефон, если она полгода назад мне только его купила и сказала, это подарок на день рождения, это подарок на Новый год, это подарок твоему сыну, твоей дочери, не подходи. Я уже не актуальна. Я уже не модна, так сказать. Что, блин, происходит? Не знаю, мне телефона минимум на год хватает. И то он выходит в течение года из строя, потому что я все время там работаю. Ну, у меня работа связана в основном через интернет. Это не YouTube. И когда я выбираю себе модель телефона, я смотрю только одно, чтобы был доступ в интернет. Сука, камера, все, блядь. Камера для Ютуба, доступ в интернет для работы, все. Ну и, соответственно, я смотрю, чтобы еще, сука, недорого было. Вот реально недорого. Боже, жалко мне просто-напросто отдавать бабки за телефон. Что с этим миром? Почему люди гонятся? Зачем он? Что в нем такого крутого? Вот серьезно. Я искренне не могу понять. А многие женщины, они так люто гонятся за этими новыми моделями. Они продают все. Честь, достоинство, время свое. Мужу мозги выносят. Маму заставляют кредит брать. Зачем вам это?